На агропромышленной выставке «Золотая осень» в этом году масштабно представлена рыбная отрасль, а экспорт рыбы стал одной из ключевых тем. Экспорт рыбной продукции составляет порядка 1 800 000 тонн. Уже за 8 месяцев 2017 года мы поставили на 2 600 000 000. Достаточно большой вклад в общий экспорт продукции российской на зарубежные рынки. Конкурентоспособность, она, конечно же, большая, потому что, ну, вы видите просто по объему, понимаете, что достаточно серьезные цифры. Традиционно для рыбы у нас являются рынками сбыта страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидер, конечно же, Китай, который закупает в основном наш минтай для дальнейшей переработки и поставки. Кстати, основная задача, которая стоит, это сместить акценты и уйти от сырьевого экспорта, перейти к экспорту глубокой добавленной стоимости. И над этой задачей мы как раз сейчас работаем. Ну и плюс есть, конечно, экспорты в европейские страны. Здесь лидером являются Нидерланды. То есть это поставки северного бассейна, именно трески и других видов рыб. Вот это основные наши, как бы, рынки сбыта. И на самом деле по определенным видам продукции мы занимаем на них до 50%. Нам важно выходить на новые рынки с новой продукцией.